Добрый день, друзья. Адрес у нас проспект Авиаконструкторов, 67, корпус 1, строение 1. И рядом здесь улица Верхнекаменская. Дальше мы видим ЖК Ариоста, вот этот рыженький. Дальше здесь у нас справа ЖК Форест. Аквилон, потом Модум и наши новостройки все. Просто мы с вами еще так далеко по этой улице не заезжали. Предлагается очень много вариантов как для съема квартиры, так и для покупки на этих улицах Авиаконструкторов. Я даже не знала, что здесь так много всего. Посмотрите. Ну, правда, вот еще идет стройка слева. И там до самого конца идут дома. Авиаконструктор 69. Обязательно посмотрим, сколько стоит здесь недвижимость. Хочется мне дворы посмотреть, как много все-таки новостроек в Петербурге. А что, здесь двор открыт, получается. Давайте зайдем, посмотрим. У нас прекрасная погода, несмотря на то, что иногда набегают тучки. Сегодня даже два раза что-то брызнуло просто так. Я думаю, ну наконец-то дождик будет, хоть мы все освежимся. Нет, тучи есть, но вот тут же и солнце, и жара, и у нас все равно 26-28. Обещали 24, но не знаю, где эти 24, может скоро и придут. 24-22 было бы более комфортно. Да, получается, все дворы открыты, парковки, детских площадок как-то не видно, магазинчики на первых этажах, доставка Озон. Так. Очень много предложений. Я все время смотрела на карте, думаю, так, понимаю, где эта улица, но никак сюда мы не доедем. Здесь еще во дворах, смотрю, стройка полным ходом. Выносят из парадных. Многие сдают здесь квартиры. Далековато от метро получается пешком. Конечно, здесь ехать нужно. Это район туда ближе, если к метро, то это будет ЖК «Чистое небо». Извините за ветер. Извините за ветер. Может, вам плохо слышно. Так много новостроек, так плотно стоят дома. Смотрят друг другу в окна. Не очень комфортно, да? Когда настолько плотная застройка. Окна стоят. Видите, застройка еще продолжается, поэтому тут... Материалы строительные. Арцеуловская аллея, дом 15. Подземный паркинг. Двор открыт. Будет, наверное, закрытая территория. Здесь недвижимость в аренду предлагают подешевле. А вот детская площадка. Двор закрыт. Будет сейчас открыт, потому что, наверное, еще заселяется стройка. Что за ветер поднялся? Ну, ветер такой слегка свеженький, не холодно, потому что жара, даже наоборот как-то приятно, освежающий ветерок. Так, детская площадка, гуляющие. Так, теперь мы знаем. О, тут еще все еще в стройке, возле парадных стоит все. Ну и все, тут площадочка
заканчивается двор. Виден ЖК, чистое небо. Видите, вот эти фасадики голубые, белые, бело-голубые, шоколадные. Тут еще сколько вот домов. Еще вот здесь мы в этих дворах не были. Да, здесь, конечно, они ну так уж плотненько-плотненько. Травка зеленая, площадочка современная. Так, для велосипедов отдельно дорожка. Машины сюда, видимо, заезжать не могут. Если тут велосипеды, и что, как? Могут машины заезжать или нет? Какой-то ПДД. ПДД. Видите знаки? Ну, как сказать, ребятушки. Цены-то тут, конечно, посмотрим. Арцеуловская, аллея 15. Запомним тоже и этот адрес, чтобы потом в конце видео посмотреть цены. Будут вам предлагать, конечно, здесь квартиры. Вот, например, в одной парадной у нас квартира 1356-1424. Вы можете понять, сколько квартир в парадной. Такие стоят высоченные. Высоченные дома. Так, 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 так. Наслаждаемся прекрасной погодой, радуемся лету. Гуляем везде, смотрим погоду, природу. Вчера ездили опять к заливу вечером, вечерком. Белые ночи, долго светло у нас. Надо как-то в город, в центр выехать, чтобы показать вам, как проходит белые ночи у нас. Пробка на залив, пробка за город каждый день теперь. Все лето будет так. Все хотят к воде, к заливам, к озерам. Пробка, ребят, несколько километров просто длится. Поэтому сейчас... Ну, ехать удобно, когда вечер, все в город обратно едут. А ты такой раз, ля-ля-ля, я поехал погулять просто у моря. В ту сторону меньше пробка. Ну вот, посмотрели мы этот райончик. Ну, как сказать? Не скажу, что уютно за счет того, что плотненько. Тут же играет... роль цена. Кому-то и здесь хорошо, потому что многие смотрят ценовую политику. Некоторые думают, вот здесь куплю, где подешевле получится, осмотрюсь в Петербурге, а потом куплю там, где захочется. Правильно? Правильно. Такой вариант тоже может быть. А кто-то сразу ищет для себя полный комфорт, которого он желает. Так, ветер у нас, ветер. Да, здесь, конечно, они понастроили. Ой, какой ветер приятный. Солнце жаркое, а ветерок... Спрашиваете, какой ветер? Холодный? Но он не холодный, нет. Ну и не жаркий, не горячий. Ну, теплый, можно сказать, ветер. Зато за счет того, что он дует, приятненько, приятненько. Аптека. Ну, там проедем дальше, будем выезжать отсюда, я вам покажу. Так, смотрим, где это на карте, и смотрим, сколько стоит недвижимость. Хорошего дня, хорошего настроения. Встретимся в следующем видео. Почему-то, наверное, продолжаться застройка.